Я напомню, на связи со студией был независимый эксперт по финансовой экономике Дмитрий Мирошниченко. В грядущее воскресенье, 26 апреля, в 21:30 в эфире телеканала «Россия» состоится премьера документального фильма «Президент». Проект приурочен к 15-летию нахождения власти Владимира Путина. Картина охватывает период с августа 99 года до сегодняшних дней и повествует о пути, которые страна вместе с президентом прошла за последние 15 лет. Отвечая на вопросы Владимира Соловьева, Путин рассказывает о поворотных моментах большой политики, о которой решили судьбу мира и о том, куда президент ведет Россию сегодня. Больше рассказал об этом фильме Владимир Соловьев в утреннем эфире нашей радиостанции.